Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит это 9-я серия моего прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы продолжили улучшать наш Skyline, прошли очередной чемпионат Clubman Cup, и в этой серии продолжим мы потихонечку зарабатывать деньги. У нас сейчас жесткая нехватка средств. Сейчас нам буквально придется по копейкам собирать деньги на улучшение своего гоночного болида. Да, небольшое такое объявление. Пожалуйста, дождитесь конца серии, досмотрите обязательно. В конце я сделаю небольшое заявление, небольшое объявление. Так что желательно вам досмотреть серию до конца. Так, ну что же, приступим к заездам. Давайте-ка вот зайдем в этот чемпионат седанов четырехдверных. Мы, правда, не четырехдверные. Ну, думаю, нас сюда должны пустить. Сейчас самое главное для нас это заработать какие-то средства. И, может быть, нам дадут неплохую машину, чтобы мы могли еще в какие-то чемпионаты войти. Потому что, ну, реально, денег сейчас не хватает. Не то, что на покупку новой машины, но просто на прокачку вот нашего Skyline. Конечно, мощнее, чем наш Sky, но вроде бы не критически. Так что возможно с ними бороться есть. Да, битва будет плотной. Однозначно. Сейчас вот как раз мы на себе испытываем вот эти нововведения второй части Gran Turismo, что даже зайдя в один чемпионат, мы, ну, в общем, то, что тут разделили их чемпионаты на отдельные гонки, вот в каждой отдельной гонке свои правила, и мы на одной и той же машине, грубо говоря, не можем участвовать во всем чемпионате. Поэтому нужны деньги, постоянно нужны деньги на прокачку, на новые машины. Ну, в принципе, с одной стороны, это даже, наверное, неплохо. То есть это усложняет игровой процесс. Увеличивает ценность денег в игре. По крайней мере, на начальных этапах тут гораздо жестче условия. Так, вот у нас такой тут задействован онлайн. Жаждут они нашей крови. Ждут любой ошибки. На мой взгляд, тут соперники стали поагрессивнее во второй части. Вообще не могу. Они так более осмысленно едут. В куче вот. Первое, они как-то так гуськом все ехали друг за другом, а здесь они между собой борются более активно и наседают на нас так более осмысленно, прям с разных сторон атакуют. По-моему, искусственный интеллект
прокачали. Ну, можете высказаться, что вы об этом думаете. Такое же ли у вас впечатление? Или это мне только кажется? Так, ну, все-таки удалось выиграть сейчас. Главное, чтобы нам дали машину за этот чемпионат. Какую-нибудь полезную машину, которую, на которой мы бы смогли поучаствовать в одном из других чемпионатов. Да, машину все-таки дают. Так, сейвиться пока не будем. Сейчас посмотрим, что за тачку нам выдали. Так, заходим в гараж и... Ага. Это у нас Аккорд. Аккорд, он переднеприводный. Ну и на том спасибо. Ух ты, 10 тысяч стоит. Ну, если что, и продать можно. Так, ну сейчас мы его продавать не будем. Мы на нем сейчас проедем переднеприводный чемпионатик. А наш Skyline для четырехдверного дальше уже слабоват, его надо прокачивать. Ну тут дилемма опять же. Так, вот переднеприводный чемпионат. Тут тоже у нашего Аккорда 210, да, по-моему, 201 лошадиная сила. Ну первую эту трассу, я думаю, еще можно одолеть, а дальше опять начнутся сложности. В общем, я говорю, жесткая нехватка денег. Абсолютно. Ну что же, первую эту трассу мы проедем, и может нам там какую-то машину дадут еще. А, да, и хотел с вами поделиться новостью. В прошлой серии, по-моему, в прошлой серии или в позапрошлой, говорил о том, что обещали разработчики Gran Turismo 6, что они из этих обещаний выполнили и что нет. Я вот как раз говорил, что они не выпустили режим Bespec и редактор трасс. Ну и в общем, буквально на следующий же день, а вот эту серию я записываю через день, получается вот вчера, они выпустили такие новые обновления. И самое главное там было то, что я еще говорил, что трассы они новые не выпускали. Так вот, выпустили обновление с новой трассой. Ну, новой тоже, в кавычечки можно взять. Она вот Midfield Raceway, как раз про которую я и говорил, что очень классная трасса. Вот она впервые здесь появилась, Gran Turismo 2. И просто они как будто меня услышали и выпустили вот обнову с этой новой трассой, а потом с новой машиной Vision Gran Turismo. Это концепт-кар мини-купера нового, он называется Clubman, мини-купер Clubman, вот, и режим Bespec прикрутили, причем именно прикрутили, опять же, как будто вот реально слушали мой комментарий, то есть сейчас можно в режиме Bespec, слава богу, в любой момент переключаться, то есть вот включили чемпионат какой-то из, допустим, 5 трасс состоящих, то можно первые две проехать в режиме Bespec, там, перед тем, как, ну, уже в меню самой трассы, можно в двух вариациях, там есть кнопка Aspect, то бишь это, ну, как обычно, самому ехать, и можно ее в режиме Bespec включить. Следующую трассу опять можно выбирать, то есть даже не весь чемпионат, а вот отдельные трассы внутри чемпионата можно ехать в разных режимах. Я уже попробовал, действительно, да, работает. Плюс режим сам как бы подинамичнее стал, не такой скучный. Там сейчас в режиме реального времени прям можно, зажав кнопку R1, ну чуть ли не самому прямо указывать пилоту, что делать. Точнее, даже не указывать, а, ну вот, зажали R1 кнопку, и управление, по сути, снова переходит машиной к вам. То есть можно там нажать кнопку тормоза, и он тут же тормозится, нажать кнопку там газа, и он будет, ну, газовать, в общем. Если ее не отпустить, то он будет в повороте газовать и вылетит на этом. То есть ему можно этим самым не мешать даже. Ну, в общем,
динамичненький такой режим стал, вот, и хорошо, что не нужно, блин, все эти чемпионаты заново проходить теперь уже в режиме без пек, как это было в пятой части. В общем, мне нравится. Отличное такое дополнение вышло. Я рад. По сути, им осталось только вот выпустить... Так, давайте сохранимся. В всякий случай. Выпустить только редактор трасс. И если они тоже прислушаются там к моим советам и расширят его, и будет там возможность создавать трассы практически с нуля и полностью готовые, то это будет вообще, конечно, отлично. Но, повторюсь, я думаю, что мощности PlayStation 3 уже не позволят вот в таком виде редактор трасс выпустить. Ну и трасса Midfield стала немножко, на мой взгляд, не такой скоростной, как во второй части. Правда, здесь мы... Ой, смотрите, нам еще один аккорд дали. Ну что ж вы, ребята. Ну зачем еще один аккорд-то? Так. И он слабее. В общем, его мы однозначно продаем, конечно. Так. И тут дилемма опять встает. Либо прокачать нам наш переднеприводный аккорд, либо еще качнуть Skyline и пройти на нем еще что-либо. Но я все-таки, наверное, думаю, нам надо прокачивать Sky, потому что на нем больше чемпионатов, в которые мы можем зайти. И он уже у нас довольно серьезно прокачан, по крайней мере, по ходовой части. Аккорд. Аккорд можно ставить, можно продать тоже. 10 тысяч целых. Так, ну давайте Sky наш все-таки, наверное, качнем на эти 17 тысяч. Так, Восток. Вот он. Восток, дело тонкое, Петруха. Вот, так что трасса Midfield мне нравится, да, она стала немножко медленней, но, конечно, красотища на новом движке, поддерживает смену времени суток, смену погоды, ну, в общем, так, это у нас куплено, третья стадия, дорогущая, так, лошадиные силы, блин, 8000, дороговато, компьютер я купил. Балансировка 13,5, 274. Так, это куплено. Так, а турбины нету, да? Так, глушитель тоже, по-моему, взят. Да. Выбор-то невелик. Ничего этого нету, да. Скай-то наш, на самом деле, слабачок полный. Да, у него около 300 всего лошадей будет. Ну что же, ладно, возьмем 272 лошадки. Блин, его... Плохо, что ты в него вкидываешь деньги, а цена на него не растет, продажная цена не растет. И... Так... Да, еще покрышки взять. Слик. Эх, даже на хард не хватает. Ну, полными нищебродами. Ощущаю себя нищебродом полнейшим, конечно. Хоть спортивный взять. Ай-яй. Ладно, возьмем спортивную. Так, осталось 3000. Хватит облегчиться, нет? Нет, не хватит. Ну ладно. Так. Ну, думаю, все равно на этом мы закончим. Вот мы немножко пофармили тут денег. Сейчас, я говорю, в начале вот это и будет. В каждой серии мы будем вот так вот потихонечку, помаленечку собирать копейки и ощущать на себе все тяготы, в общем, все сложности карьеры автогонщика. Начальный, по крайней мере, его этапы.
Так, ну, на сегодня закончим. Как я и обещал, сейчас небольшое объявление. В общем, ребята, у меня тут по работе сейчас нужно будет уехать из города, и я не смогу записывать прохождение. Уеду я ориентировочно где-то на 2 месяца. Ну и в течение этого срока я, ну, выходить серии не буду прохождений. Но не беспокойтесь, я как вернусь я где-то к концу апреля, думаю, если все будет хорошо, может быть чуть раньше, может быть чуть позже, но как только я вернусь, естественно, мы продолжим. Обязательно я продолжу записывать прохождение, так что будьте рядом. Вот, ну, сейчас придется сделать нам небольшой перерыв. Да, и серия получится такой короткой. Буквально я, по сути, ее записываю. Вот основная даже цель оставить вам это сообщение, чтобы вы не расстраивались. Потому что я буквально сегодня уже уезжаю, через 3 часа, вот на несколько минут включил, вот, проехался и, ну, основной месседж, в общем, до вас донес. Буквально вот я уже сижу на сумках. Вот, сейчас еще надо будет обработать серию и выложить на YouTube. Ну, думаю, успею. Вот. Также можете писать комментарии. Так-то у меня там интернет будет. Заходить я смогу. Там читать, отвечать на ваши комментарии, в принципе. Вот. Заходите ко мне на страничку ВКонтакте, можете там писать какие-то вопросы лично мне, на все постараюсь отвечать. Вот, так что, ну, прощаемся мы с вами вот на 2 месяца. С вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь, комментируйте. Ну и увидимся все равно в следующих сериях. Мы продолжим проходить где-то через 2 месяца. Сейчас у нас, так скажем, вынужденная такая остановка. Проблемы с финансами. Вот. Ну все. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео.